игровой, можно сказать, пункт незаконный, который раньше назывался интернет-магазин, интерклуб, а теперь спортлото. Забава, продают здесь, ну на самом деле здесь скорее всего играют в азартные игры. Потому что, подойдя к двери, пытаюсь зайти туда, купить лото, забаву, не получается, дверь закрыта. Наблюдение, вон видеокамера здесь есть. Видеокамера. И окошко специальное для клиентов сделано сбоку двери. Скорее всего здесь стоят, продолжают стоять игровые автоматы, которые играют люди. А вывеску поменяли, чтобы им не надоедали никто. И сейчас это